Штрафы за превышение скорости, вождение в пьяном виде, перевозку детей без автокресел могут значительно увеличить уже с 2021 года. Это указано в новом проекте кодекса об административных правонарушениях, который опубликовал Минюст. Наказание за превышение скорости на 20-40 км в час может увеличиться с 500 рублей до 3000 рублей. Превышение скорости более чем на 60 км в час грозит штрафом в 5000 рублей или лишением прав до полугода. Новые правила могут коснуться и вождения в нетрезвом виде. Штраф за отказ от освидетельствования может вырасти с 30 до 40 тысяч рублей. Вместе с тем срок лишения прав увеличится с 2 до 3 лет. Перевозка детей без автокресел будет наказываться штрафом до 5 тысяч рублей вместо 3. Штраф за это нарушение могут ввести и для индивидуальных предпринимателей. Он может составить 35 тысяч рублей.